Всем, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Afan от Music, и сегодня мы с вами послушаем Emerald и Renfri Tonka. 146 прослушиваний, достаточно мало, да. В общем, это платный заказ от Emerald, который давненько ждет уже, да, свой заказик, писал мне в ЛС, вот бро как раз сегодня выходит, надеюсь, ты рад. В общем, если вы тоже хотите заказать трачок, то ссылочка на донат Alerts в описании, там, точнее, на Twitch, а уже на Twitch есть донат Alerts, обязательно, как бы, можете ознакомиться, задонатить, если есть желание. Вот, если что, в Телеграме есть список заказов, а Гениуса нету у нас, к сожалению, у трека, возможно, есть, я не нашел текста. Это очень плохо, в будущем, на будущее говорю артистам, которые донатят треки, пожалуйста, делайте Гениус, потому что это тяжело без текста разбирать ваши, ну, полностью вникать в ваши работы, над которыми вы так долго трудились. В общем, по обложке это Кен Карсон, по обложке, ну, это буквально Кен Карсон, но в целом, как бы какой-то опиум у нас будет, что по названию понятно. Ну, я не знаю, насколько это будет качественно реализовано, потому что мы сегодня слушали такой тайп, и там была достаточно крутая реализация у Хлоя. Накал, советую, трючок, послушать, неплохой в опиум стиле. И сможешь ли ты реализовать так, насколько же хорошо, добавили мы тебя, фрешмены? Сейчас посмотрим. Я думаю, мы можем начинать. Let's go, интересно, начинаем. Нихуя биток. Пока очень вайпер напоминает. Не могу видеть их свяга, ведь у меня другое видение. Ей руки расставлены в разные стороны, будто обереги. Сори, но ты знаешь, что я не вайку без транка. Yeah, sleeping on me, what I need to do, yeah. I can see the troll in the moonlight. Sounds like хочешь сделать то, что я хочу, yeah. Southside, делаешь вид, что я типа нужен. Я не могу не базарить об этом, когда у меня очень много проблем. Ты делаешь это лишь ради того, чтобы выбесить и испытать мои нервы. Охуенно. Говоришь много в интернете, но ничего не можешь. На деле у меня есть деньги. Это конец, я выхожу. Крутая техника. Думаю, отлично. Renfri выебал, если это он. Второй чел хорош, да. Ебать. Ладно, есть что сказать. Неплохой трек, неплохой. Во-первых, ребята, бит жесткий. Ребята, бит вообще ебнутый. И я хочу сказать, что Emerald очень по стилю, вообще в целом по подаче, очень вайпер напоминает, прям жесткий байт. Вот эти повторения строчек, вот эти, вот эти, которые у вайпер получаются нормально, хорошо, они как бы этим известны, они этим, это их подача. У тебя, ну, норм, но это не вайпер, как бы, такое, ну... Renfri, если он второй был, я просто думаю, что он был второй, если это не так, если я вас перепутал, извините. Сделал какую-то свою подачу, придумал свое, увидел этот бит по-своему и по технике разъебал. Я очень люблю подобные парты, бро, это было круто. Renfri крутой, имеет какую-то индивидуальность, можно добавить его? Я думаю, можно. Что скажете по Renfri? Emerald пока что нет, потому что индивидуальности вообще ноль здесь, потому что это прям конкретно реально вот... Вайпер стиль. А вот Renfri прочувствовал по-другому, более самобытно, и как будто можно пока что временно подписаться. Также опять вот... охуеть тебя в плейлистах тут, дружище. Ну все, тогда да, тогда точно да. Добро пожаловать, бро.
Да, Рамшай отлично прочувствовал. Сам трек куда-то мы закидываем. Я не знаю. Давайте переслушаем, потому что интересно. Так, нет, давайте Эмеральда скипнем. Нет, не будем скипать. Интро скипнем долгое. Ну-ка. Бля, бит вообще нахуй сумасшедший. Ну, вообще прикольно. На плейлист, да, можно флешменов, давай. Я даже к себе добавлю. Бит ёбнутый, как минимум. Вот это тоже прикольно. Не, ладно, Эмераль тоже неплох, но Ренфрай прям гораздо индивидуальней. Эмераль со второго прослушивания лучше заходит. Он по-своему понял, но Ренфрай прям разъебал. Бля, и голосом играетесь, молодцы, мужики. Я не могу не базарить об этом, когда у меня очень много проблем. Ты делаешь это лишь ради того, чтобы выбесить и испытать мои нервы. Говоришь много вы найти, но ничего не можешь. Надеюсь, у меня есть деньги. Это конец, я выхожу из дня. Это очень крутой парк. Это очень крутой трек. Ой, парк. Бля, интересно. Даже Эмераль со второго раза лучше зашел, но, бро, если хочешь быть как бы в нашем списке, то нужно еще треки. Пока это рано. Да, поэтому, если что, то можешь еще задонатить, если будет желание. Но спасибо за Ренфрая, да, как бы донил Эмеральд, но, бро, тут как бы разъебал, к сожалению, он. Как бы это грустно не звучало. В целом, хороший трек, ваши вайбы совмещаются, целостность есть, отличные вайбы, отличные парты, бит ёбнутый, реализация неплохая. В общем, хороший трек, спасибо. Да, это действительно неплохо. Я думаю, будет хуже. На этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty. Все ссылочки в описании. С вами был я, Фан. Вы были на канале Fun of Music. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.